Отче, прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах Акаля открыл нам наш этот маджлис, благодатный маджлис, чтобы Аллах Акаля простил посредством этого хорошего маджлиса наших детей. Далее, дорогие братья, вот после того, как сегодня читает шахадат и становится мусульманином, после того, как человек читает шахадат, он становится мусульманином, и Аллах Акаля на него ставит как фарз обязанность, чтобы человек читал намаз. И намаз, когда человек читает, и сам Всевышний Аллах, посланник Аллаха, нас требует, чтобы мы вот намаз мы читали полноценно, чтобы намаз, который мы читаем, чтобы вознаграждение за это, чтобы полноценно мы получили, мы должны полноценно, чтобы этот намаз читали Казур и Кушори. Казур и Кушори — это смиренность в намазе. И когда человек читает намаз отдельно, сам у себя дома или же в любом месте отдельно, естественно, у нас иман или же у нас Казур и Кушори не хватит, чтобы у нас мы получили полноценное вознаграждение. Для этого должен быть человек крепкий иман. То, что от нас Всевышний Аллах Субхану Ва-Та'аля требует, то, что посланник Аллаха Алейхиссаляту Ва-Салям от нас требует, это что? Чтобы мы читали намаз коллективно в джамаате. И иншаллах хотим немножко рассказать про джамаат намаз, ценность этого намаза и важность этого джамаат намаза. Почему? Потому что ценность этого намаза, мы все знаем, что человек, конечно, посланник Аллаха Алейхиссаляту Ва-Салям говорит, что человек, который прочитал намаз в джамаате вместе с имамом, посланник Аллаха Алейхиссаляту Ва-Салям говорит, этот человек получает вознаграждение 25 раз больше. По другой версии, как хотите, говорится, что этот человек получает 27 раз больше вознаграждения, чем отдельный намаз. Таким образом, 27, и каждый человек получает 25 и 27 раз за свой намаз вознаграждение больше. Когда человек читает намаз в джамаате, мудрость того, что Аллах Акбар сделал намаз в джамаате, заключается в том, что, допустим, если мы не можем полноценно джамаат-намаз читать, Аллах Акбар на своей мудрости делает вот таким вот образом. Если человек целиком четырех ракат не сможет быть в кузуре, он был частично в кузуре. Или же, допустим, рядом с кузуре человек, он находился в кузуре, Аллах Акбар в конце намаза это все делает как одно, и каждый человек, который присутствовал в джамаате, получает полноценное вознаграждение, если даже у него самого отдельно не было полноценной кушур, кушур в джамаате. Поэтому намаз, который мы совершаем в джамаате, это то, что от нас пророк алейхиссалям очень сильно требует. Мы знаем, посланник Аллаха алейхиссалям в своих хадисе говорил, я бы хотел один раз собрать людей на намаз, поставить одного человека как имама, и чтобы я сам с людьми ходил за дровой, чтобы этой дровой сжигать людей, сжигать на банкет людей, которые не ходят на намаз. Обратите на эти слова посланник Аллаха алейхиссалям, какие они, какое они дают внимание. То есть он будет готов сжечь за банкет людей, которые не ходят на намаз, на джамаат намаз. Он даже он делает дома на нас. Вот такое внимание уделял на это посланник Аллаха алейхиссалату ва-салям. В другом месте посланник Аллаха алейхиссалату ва-салям говорит такие слова. В одном населенном пункте, если человек или в одном городе, если человек не читает на нас в джамаате, то есть если он отдельно читает на нас, это говорит этого человека, который обладает любви шайтан. То есть отдалить от мусульман, чтобы у этого человека был иман слабый, чтобы овладеть этим человеком целиком, для шайтана говорит, это очень легко. Потому что шайтан, потому что волк кушает, нападает на волка, на барашку, который отделился от стада. Вот такой вот пример получается. Человек, который отдалился от мусульман, получается он сам себе. Вот здесь, когда мы говорим, что человеку джамаат намаз нужно читать дома вместе с джамаатом, многие говорят, как бы для себя оправдание находят, ну, помещение далеко, мечеть далеко,
многих каждого на нашем просто семьей делаем, длиной делаем, со всеми делаем, это на самом деле оправдание. Установите, которые были годы, но они приходили на намаз и вместе с имамом совершали гамар на нас. И бывает такое, например, все время на годы мы пришли на гамар на нас, вот это все время, откуда мы ждем на нас, то, что ждем назад, мы ждем гамар, все это время Аллах Тааля считает, как чтобы находился в намазе. Вот это все время Аллах Тааля считает небо, как будто он находился в намазе. И еще более того важно, организация, это читать намаз джамаати, особенно утренний намаз, или же и ночной намаз. Вот намаз хаджр и намаз иша, чтобы человек мусульманин читал джамаат намаз. Вот если спросить у каждого из нас, или же у любого из нас, он начинает, если в нем признаки начинал, я уверен, что каждый из нас готов сказать, что я не женат. Он точно себе 100% скажет, что он не женат. Вот если я обратился на слова Аллаха Алиса, это всем известный хадис посланник Аллаха. Самый трудный догнатель – это что? Самый трудный намаз догнатель – это утренний намаз и ночной намаз, низом, вместе с имамом джамаати. Мало того, бывает мусульман, который читает именно утренний намаз или же ночной намаз вместе с имамом джамаати. Обратите внимание, люди, которые выходят на улицу, или же люди, которые выходят на работу для маришата, они рано утром, 6 часов утра рано утром выходят из дома, оставили свой теплый постель. Для чего? Чтобы получить ризу этого мира. А человек мусульманин, если даже это суббота, воскресенье, у него выходной, к большому сожалению, некоторые бывают отняли выходной, и просыпают утренний намаз, оставляют утренний намаз. Делают только тогда, когда просыпаются. Один из больших грехов начинается, когда человек оставляет намаз именно вот таким образом. И у нас бывает, например, к имамам приходят, и говорят, о, имам делает дуа, чтобы у меня такой, чтобы все хорошо было, у меня говорит на душе неспокойно, все время говорит на собой в страхе. У человека, который хочет, чтобы он был защищен целый день, что нам говорит посланник Аллаха, если такой страх, тот человек, который прочитал хаджр намаз вместе с имамом джамаати, вот этот человек, который будет защищен от всего плохого целый день. Поэтому дай Аллах нам тавфик, в первую очередь мне. И дальше, чтобы вам Аллах дал тавфик, чтобы мы ходили на намаз, чтобы мы не нашли для себя никаких оправданий, чтобы постоянно, чтобы мы вели это дело для себя, как привычку в этом ребятам. Спасибо, Роза. Иншаллах.